Приветствую вас, позвольте вам, как психологу, ответить. То есть вам, как мне, как психологу ответить. Если вы говорите, что хотите решить проблему, то в первую очередь необходимо понять, чья это проблема. Проблема ли это ваша? Проблема ли это вашего мужчины, например? Или проблема вас обоих? Второе. Если вы говорите о том, что ваши отношения с мужчиной плохие, то нужно понять, что вы вкладываете в это. То есть, что вы понимаете под словом «плохие». Что конкретно? Что конкретно вы понимаете под этим словом? Потому что пока что непонятно. Далее. В какой момент отношения с мужчиной стали плохими для вас? В какой момент отношения с мужчиной начали вас тяготить? В какой момент? С какого момента? Как так вышло? Как так получилось? Почему так получилось? Это все очень важные истории. Далее. Вы говорите, значит, я не могу выйти из отношений с ним, да? Вы пишете, почему мне так сложно это сделать и как выйти. Здесь мы говорим о сложности как о предмете. Мы говорим о сложности как о предмете. То есть мы говорим о сложности как о том, что лично вас, конкретно вас блокируют при понимании того, что из отношений нужно выходить. Мы говорим здесь именно об этом. Мы говорим здесь конкретно об этих аспектах. Понимаете? И соответственно, сложность заключается в том, что вы чего-то хотите и боитесь это потерять. Не видите для себя других возможностей, кроме как, ну, других возможностей получить, значит, ну, желаемое, кроме как вот только, с этим мужчиной, к примеру, это как один из примеров. Вот. Возможно, существуют и какие-то другие проблемы. Возможно, существуют какие-то другие условия, например, бывает чувство вины. Бывает, возникает чувство вины. То есть, ну, например, мужчина манипулирует вами, как это, в кавычках, не отпускает вас. Так он говорит, вот, если ты уйдешь, мне будет плохо, если ты уйдешь, я буду страдать, мучиться там, и так далее. То есть это тоже позиция мужчины, и это тоже может вас сдерживать от того, что будете выйти из отношений. Вот. Ну и, в общем-то, на мой взгляд, наиболее правильной здесь позиции будет посмотреть, что вас с мужчиной изначально связывало. Вот.
что вас объединяло, что вас притягивало. И притягивает до сих пор. Это необходимо исследовать. Также. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить, вот, в принципе, то, что можно вам сказать, больше, наверное, нельзя, потому что слишком мало информации вы о себе предоставили. На мой взгляд, по крайней мере, слишком мало информации вы о себе предоставили. Вот, но, тем не менее, пока что эта информация, я надеюсь, вам более чем будет достаточно. Вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, вот, буду благодарен, если вы обратитесь, да, вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если, значит, сделайте его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.